Приветствую на канале Asmodeeplay. Продолжаем играть чужой против хищника, играем за чужого. Сейчас посмотрим, где мы остановились. Угу. Что за задание? Люди пытаются взорвать улей, чтобы отрезать императрицу от ее фаворитов, уничтожить бомбы и людей, установивших их. Ни хрена себе. Мне нельзя на них нарываться, что ли, или что? Куда? Так. Давайте-ка я вот сохраню здесь. Ага, понятненько. Напрямки не ловимся. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо загрузить, загрузить. Мать твою. Ну, по крайней мере, мы поняли, да, как туда можно зайти. Ну-ка, а здесь что у нас? Тупик. Здесь тупик. Здесь поверху. Там по низу. Это я где? Миссия провалена? Видимо, надо уничтожить их все-таки. Так. Вот так это должно было выглядеть. Ах, один из них робот. А я своих сородичей не могу есть? Не могу. Так, ладно. Пока сородичи там хренакали, я прошел. Так, и вот здесь создается у меня вопрос, а куда там-то туннель вывел? Почему вы быстрее меня так гоняете? А-а-а, вниз.
Миссия провалена. Ладно. Тогда смотрим, куда тут. Куда вот этот туннель ведет. Просто интересно даже. Понятно, можно было и не ходить. Так. Пойдем, пойдем. Тоже человек оказался. Так, сохранить. Раз игра линейка, поэтому вперед, вперед и вперед. Смотрим вниз. Охренеть! А чё вы сидите-то? Вот. Так, а куда мне? Вниз, что ли? Так, не понимаю. Пока что. Ну вот здесь я. Так. Куда-то пока продвигаюсь. Так. Так, где бы то ни был, я там сохранился уже, да? Так. Вот сюда. Идем, идем. Блин. Минутку. Так.
Блин. Вы это что стояли? Падлы. Сохранение. Так. Они хотят взорвать это. С него я ничего не получаю, да? Блин, я даже не знаю, как тут быть-то. Так. Так, сохранить. Дело в том, что я не знаю, куда тут идти, а не то, что делать. Слишком запутанное. А, нет, смотрите, куда-то правильно пришел. Дата 7 января 2231. Это год, конечно же, 2231. Yes, sir. Done, sir. Уже сделано, сэр. Превосходно. Приготовьтесь получить груз. Я везу гостя. Так. Цели обновлены. Не дайте людям уйти с императрицей. Ни хрена себе, прям под пулемет. Понятненько. Вас убили. Конечно, меня убили. Загрузка. Так, дайте я сохраню. Вот так. Понятно. Запретная зона только для персонала, имеющего разрешение без исключения. Да мать вашу. У меня, конечно, есть быстрая загрузка, но на этой кнопке у меня клавиши установлены на паузу в записи. Так. Блин. Куда хоть попал? Если линейка, то по-любому туда. И там шальная.
Императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем. Как будто ночью все выглядит. Так. Нет, я пришел правильно. Отсюда. Я правильно пришел. Тут же больше ничего нет. Никаких других ходов тут нет. Вот так. Вот так. Вон они, двое. Двое. Что тут еще есть? Блин. Солдатом был-то тут нахрен побольше было, да, место-то? Ладно. Блин, раньше я на них охотился, блин, кого-то караулил, того подобное. Сейчас как-то на пролом больше идется. Не караулится. Куда? Прибирай давай. На балконе все унесла, посмотри на подоконнике. Хрен знает, куда я прибыл, но я прибыл. Сохраниться, потому что я уверен, что меня могут сейчас винты вон те в расход пустить. What the hell is going on? Ага, это фонарик просто. Так, и что мы видим? Вентилятор остановился.
блински. Ладно, загрузить. Ой. Ой-ой-ой. Так, сохраняем. Это я куда попал? Так. Эллис, extraction team is headed your way. Посмотрим, что он там. Да. Вот так вот. Пополнили тобой здоровье. Вот это интересно. Так. Ага. Ладно. А вы что тут стояли-то? Отсюда вот я вышел.
Пока куда-то правильно, видимо, иду. Да, это, видимо, где солдаты с пушками были, мне туда поди не надо было. Так. Ага. Ладно. Жирненький. Сохраняем. Блин, ни хрена, они стоят на такой дистанции, еще видят меня и хренакают. Чем ближе, тем сложнее и сложнее. Это робот. Вот так. Теперь давайте посмотрим, где у нас. Ага, выход один. А, нет, смотрите-ка, вот куда-то пришел же, да? Свобода. Вызов лифта. Что мы тут имеем? Ничего. Так, я понимаю, мне сюда. Охренеть. Давай. Охренеть, это, блин, все сложнее и сложнее. Так. Опять шахта какая-то. Да мать вашу, вашу. Под ноги смотри.
Не сюда. Так, раздваиваться дорога. А куда идти, сюда? Здесь он меня порубит, вентилятор. Но потом, наверное, сюда надо будет возвращаться. Ладно. Activating now. Что-то не понимаю маленько. На. Я вам дал турели включены. Тут нету ничего. Турели выключены, да? Грёбаный робот. Беспорядок наводим. Опасно, высокое напряжение. Вот дверка открылась.
Блин. Ни хрена. Оттуда я пришел. С него даже не покормиться нахрен. Зато пулемет у него стоит. Охренеть. Я куда-то попал. Какую-то заварушку. Так. А вы в смысле думали, что я в надежде вот здесь вот бегать по верху буду? Так. Ага, путь один. Путь один. Что оттуда, что оттуда? Хищник. Так, разобрал. Смотрите, в жизни так как пополнил себе хорошо. Даже не знаю, куда мне надо, наверх или вниз.
Так, ну здесь-то вроде ничего такого нет. И ползти наверх смысла нету тоже. Вот он здесь был. Цель обновления: не дайте людям уйти с императрицей. Ну, вроде и так не собираюсь давать им уйти с императрицей. Так, это куда я? Опа. Да, опаньки, да, опатушек. Десантный корабль в пути, прибытия через 5 минут. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.